Каждый год в марте месяце накал страстей в Валенсии зашкаливает во время фестиваля «Лас Фалос». Это «Ла Крема», последняя ночь празднества. 3 миллиона человек наблюдают, как в честь святого Иосифа поджигают статуи некоторой высотой с 9-этажный дом. Этой ночью возбужденные толпы привлекла 9-метровая статуя под названием «Евро Кунг Фьюжн», пылающая как факел. Но вскоре ликование сменяется паникой. Цепочка шутих поджигает статую, а спустя 4 секунды она взрывается. Кое-кто из гуляк отступает, другие бегут, а статуя взрывается, превратившись в пылающий огненный шар, выстреливая куски дерева и осколки. Волонтеры, чтобы произвести впечатление на толпу, вылили на статую слишком много горючего, отчего статуя взорвалась. Пожарные наготове, они сразу же попытались залить пламя. К счастью, зрители только перепугались, никто не пострадал. Во время Лас-Фалоса дежурят 350 пожарных. Они поливают водой окружающие здания, чтобы они не загорелись. Поэтому эффектное происшествие не обернулось катастрофой.